Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в приманочку на серии Родина Ролиплей. Мой ник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, чуваки, думаю, по названию ролика вы догадались уже. Мне подарили дом. Ну, мне этот дом, кстати, подарили уже где-то дней 5 так назад, короче. Но я видосик не снимал, потому что у меня были до этого видосы, я снимал. Подарил мне его подписчик Денис Рева. За что ему большое спасибо. Я думаю, он это смотрит обязательно. Поэтому большое тебе спасибо. Дом находится на Рублевочке у Бусаева. Вот этот вот домик. Прекрасный. Самый первый, кстати, домик. Просто очень шикарный, реально. Я очень доволен, потому что я копил на этот дом. Ну, не именно на этот дом, а копил дом на Рублевке. И Денис Реба просто взял и подарил мне этот дом. Он его купил у чувака, по-моему, за 4 миллиона, если я не ошибаюсь. И подарил он мне. А мой дом я отдал Джонни Прайд. Он также здесь играет. Кстати, по-моему, он сейчас в онлайне в семье. Член онлайн. Да, вот он играет сейчас. Джонни Прайд. Надеюсь, дом не слетел. В принципе, я ему сказал, чтобы он им распоряжался, как он хочет. Не знаю, либо он его продаст, либо себе оставит. Я на самом деле без понятия. И статчик у меня ничего не поменялось. Не выходило, по-моему, один день из серии не выходили, короче. Извиняюсь, что я заговариваюсь, я, блядь, только проснулся, не выспался и так далее. Короче, Чирончик у нас стоит, i8 стоит, Гелик стоит и Бэха стоит. Я вот обнаружил такую очень крутую тему, пацаны, насчет семьи. Смотрите, пишем фа-меню, и можно купить семейную яхту. Я вам вкратце расскажу, эта яхта стоит 10 миллионов. Там дается вам еще две лодки в аренду, вы можете сдавать. То есть другие игроки могут их арендовывать, и вам будет капать бабло. Также в этой яхте, я так понял, очень охрененный интерьер. И там можно жить даже, понимаете? Стоит на 10 миллионов, я на нее буду копить, буду, возможно, стимы делать, поэтому не пропускайте. Так, информация о семье, давайте посмотрим. Уровень семьи уже у нас 20, 3000 очков, 61 человек, нормально. На стримах тоже буду принимать вас, короче. Давайте зайдем, посмотрим интерьер подробней. У меня был уже дом на Рублевке здесь, даже сейчас покажу, какой именно был дом. Ну, блин, реально просто Денис Рева делает просто вещи, реально. Он, кстати, тоже в этом доме прописан, по-моему, сейчас. Как там, хоус, по-моему. Да, вот список жителей. Все у меня занято, короче, Денис Рева, Егор, подписчики живут. И Дмитрий Кинг, это... Ричи Гейм Channel канал, кто не знает, Серега Питбуль подписчик, и Саша Кабанов тоже подписчик. Короче, вот такие вот дела. Жалко, нельзя больше поселить людей, я бы поселил на самом деле еще больше. Так, здесь у нас ванная. У нас куплен самый дорогой интерьер за 2 миллиона, который, давайте вам даже это продемонстрирую. Так, улучшение дома, ремонт, вот, короче, сейчас. Фух, я дико, конечно, не выспался. Ну ладно. Так, вот, это самые дешевые интерьеры. Вот так, 1,5 миллиона. Кстати, вот этот интерьер мне очень тоже нравился. У меня он был в доме. И вот самый дорогой интерьер, как у нас, стоит за 2 миллиона. Как вы можете заметить. Шкаф здесь пустой, ничего здесь нету. Абсолютно ничего здесь нету. Про игроку, налоги. Налоги у нас, ну, нормально налогов. В принципе, я плачу и... Денис тоже оплачивает, поэтому все хорошо с налогами. Дом, надеюсь, не слетит. Надеюсь, не слетит. Я не играл, по-моему, 2 дня здесь. Потому что был занят на Мазинге. Да, я больше предпочитаю играть на Родине, но все равно про Мазинг я не забываю. Я там конкурс делаю. Ну, почти конкурс. Кто видел видос, тот поймет. Здесь, кстати, сделаю парковку. Вообще ее не было, серьезно, ее не было здесь парковочки. И... это мешает моему вертолету взлетать, поэтому надо будет его чуть-чуть подвинуть. Но, думаю, это не проблема. Кстати, я здесь искал дома Кена и все-таки нашел. Его разбанили, я видос посмотрел, он вот здесь живет. Конечно же, я не зайду. Дом у него, интересно, закрытый. Да, дом закрыт у него. Госка 25 миллиона, ну нормально. Он живет тоже на той же самой стороне, где я, только через, получается, 2 дома. Прикольненько, прикольненько, короче. А, давайте покажу дом, как у меня слетел. Когда я не играл, он у меня слетел. Давайте я вам его покажу. По-моему,
Вот это дом, сейчас дальше пробежим. Вот, по-моему, это дом. Да-да-да, вот он. Это бывший мой дом, короче. Как он у меня слетел, кстати. Какой-то Алекс душевный им владеет. Ну ладно, я сам едва, что я за него не оплачивал, и поэтому он слетел. Ну что ж, вот такая была коротенькая серичка. Я вам просто, можно сказать, похвастался, что мне подарил подписчик дом. Блин, я всегда знал, что мои подписчики самые лучшие, реально. Я просто охренел, когда он мне его подарил. Было жалко просто свой дом сливать в ВОЗ, он типа говорит, слей в ВОЗ его. Я думаю, ну блин, как-то жалко, знаете, я его покупал за 24, слить в ВОЗ за сколько, 500 тысяч, по-моему. Даже меньше, наверное, мне бы дали. Как-то не очень, поэтому я его дал Джонни. Кстати, Денис, по-моему, себе вертолет купил, он мне там в ВК писал. Я с ним активно играю в скайпе там и так далее, поэтому поддерживаем контакт. Да и со всеми подписчиками, по-моему, у нас сидело 8 человек, ну, конечно, срач полнейший, потому что никто не дает никому слова сказать, но все равно я с подписчиками в скайпе сижу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал, не забывайте на группу, колокольчик. Жди новых серий, буду стараться выпускать их почаще по родине. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright.